Да, блядь, когда хорошего кота нету, плохо, нахуй. Ну вот, Денис вернется на следующей неделе. Рыло, скорее всего, тоже разбанит своего мейн-шамана, блядь. У него там на том мейн-шамане тоже три куска уже выбито, Т8. Ему не хватает одного. Ну, то есть он или грудак, или голову докупит. Ну, голову, скорее всего. Мы тогда, когда его забанили еще месяц назад, Торима не убивали в 25-ке. Поэтому, блядь, думаешь, него... Рыло не уйдет на классе? Нет. Бойно. Я с ним разговаривал, он сказал, я, говорит, в литературе мой кент, но я БК весь контент на офе проиграл, и мне там делать нехуй. Я говорю, я ничего там интересного нового не узнаю. Какой смысл туда идти? То же самое, что здесь. Просто, блядь, говорит, здесь адаптировано под 80-й, типа, какой смысл? То же самое ходить инсты просто 70-ми левелами, блядь. Абсолютно. Вот пацан нормально мыслит, да? Трезво, нахуй. Не, ну если бы, например, я не играл бы в БК, и мне было бы реально интересно... Я бы, может быть, ворвался, но я заворвался на этот, на классику, я у брательника аккаунт взял, побегал там 2 дня, потом думаю, да ну его нахуй, блядь. Трюх, ну а какой смысл, ебать, ну тут тот же самый БК, нахуй, ну X2. Я же поэтому то же самое говорю, какой смысл, то же самое и пойти туда, только 70-ми уровнем убивать. Ну, я тогда тоже. Может, кому-то там хочется поностальгировать или еще что-нибудь, я хуй знает. Тут еще вообще-то лич поинтереснее рейды. Ну так. Аркадий сегодня пишет, что, по-моему, надо начинать орать на людей, блядь. Тогда начнем убивать. Покушайте рыбу быстрее все. У нас этот... Даша... Покушай. Бафните крестик по престу. Возьмите, кому нужны камушки. Локо пристабав. Дайте стамину. Я вот стою, думаю и не понимаю. У нас, блядь, все нахуй адекватные, блядь, или где нахуй, блядь, демон, либо элема? Элема нету нахуй. Никита, спекайся в демона. А же с модой демон. Да, он в Афлике, блядь. Пришло время Лока качать, вой. Слава, настало твое время, блядь. Сука, да я его как вспомню, что Лока делал, типа из-за того, что демонами люди не хотят играть. Ну, он ДПС меньше дает. А баф надо, блядь, СПД. Я думаю, блядь, что-то у нас РДДшники мало бьют. Класс, блядь. Мне нравится демон. Ну, там приличный СПД, сколько он дает сейчас демон? Не знаю, но у него точно больше трешки, блядь. Больше элема дает. Тут за кого не возьмись, кого качать, блядь, все нужны, нахуй, потому что вечно кого-то нет. Да, надо так, чтобы у всех по 2 твинка было, блядь, и говоришь, там так, я до этого, блядь, я нахуй. Да-да. Давай, Тёма, подтверждай, ты один остался. Все были готовы, столовка, пуляй. Сейчас крик, смотри, нахуй. Сразу переведем, ебать. 100%. Мы его сейчас, я думаю, не переведем, а ебанем. Волшебник. Егор. Ну, Локи сразу забили, да, блядь? Агонист. Ну, как бы оно и хилов тоже, а поэтому... Ну, понятное дело. Так, 79... Стопайте, 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 отошли все от босса. Прохиливайте это дерьмо, сейчас раскаты будут. Подотайте ШП, обновите доты по нём. Сейчас раскаты будут, прохиливайте. Искру прохильте, заассистите щитом. Лок, лок, выходи. Вынеси, вынеси, на ком там, блядь? Да не, это, блядь, забагалась метка, все нормально.
Так, подходим в мели. Готовим бурстики, хуюрстики, фласточки, блядь. Рога вынеси. Работаем. Цари. Бля, я ж говорил. Получается, Никита, это бан, блять, нахуй, что я могу сказать? Наверное, там топ ДПС, я так. Все поняли смысл демона. Да, отошли все назад, РДД. Встали все кучно. Вынес искру ближе сюда в крест. В крест, прям встань в крест и стой тут. Выйдет искра, вернешься обратно в РДД зону. И бей ее, в искру. Венесса вынесла. По боссу. Венессу прохиливаем, не проебить ее. По боссу больше. Сейчас выйдет искра. 3 секунды. Сразу в нее. Искра, поехали по искре. Ну, смекалка проснулся, пишет мне. Пацаны, сори, я работаю, блядь. Волшебник, в крест. Куда ты побежал? Стой, ладно, там уже, блядь. Все в искру сейчас. Одна секунда. Поехали. Мига, вынеси. Стели плотно к той луже. Хорошо. Все, по боссу играем. Раскаты прохиливаем. Женек, проснись, блядь! Сука, в крест ее надо выносить, блядь. В искру все. Женек опять ушел нахуй отсюда. Ушел! Тотем поставил. Гимноману, Аганис. Дал. Вынес мах в крест. Сакру дал. Сейчас искра будет. Одна секунда. В искру. Артстайл. Какой молодец, в крест. Сейчас выйдет искра, в искру. Раскаты прохилим, сокру, Миша, дай. Хорошо. Рез волшебника, Вася. Выходи. Волшебник, вставай, сразу бафы по нему, искру залили. Дайте масс-бафы. По боссу. Вынес мах в крест. Искру. Столовка на тебе. Отойди лево-право, столовка. Отойди лево-право, быстрее, столовка, говорю, блядь. Нахуй ты налез назад уходишь, блядь. Второй гимн давайте. Гимн на ману. Второй приз. Егор. Искра, заливаем. Прохиливаем раскаты. Если есть сакра, Егор, дай. Прохиливаем. Искру в крест. По искре. Я тучкой прожился. Войд. Блять, Слава, нахуя ж ты через рейд бегаешь? Уже б туда вынес. Искру.
2 секунды будет искра, по искре сейчас. Вынес. Мага, 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 держите, Васю прохильте. Искра. На ком, не вижу, блядь. Это у меня, блядь, забагалась искра. Играем в искру. Мишаню, Мишаню держите, не потеряйте его. ДЦ щит, всю хуйню в него, захотайте его. Быстрину там. Пук дракона в крест. Суфа мана кончилась. Васе, залейте энервейт кто-нибудь. Гимн на ману можешь дать, Даша. Искру заливаем резко. Резко, резко, резко искру. У вас там этот, тотемы на КД у обоих? Сколько до тотема? 2 минуты. Искру. Мораль, мораль на тебе. Быстрее, быстрее, быстрее выноси отсюда нахуй. Блять, понятно нахуй. Андрюлик, ты там задремал, блять, или шо? Да. Не спи, блять. Искры теперь выносим направо. Искра. Нечаянно. Искра. РДД, бейте босса до конца, до талого. Искры бьют только милики. У нас 20%, экзекут пошел, блядь. Но времени минута, мы, блядь, 10-9 лямов. Ну, попробуем, блядь. Сейчас выйдет искра, милики, все в искру. РДД босса до талого. Войд вынес. Ставлю тотем. Тотем на ману дали. Если есть гимн у кого-то из престов, дайте на манку. У меня КД. Сакру дали, прохилимся. Войд, блядь. Дайте БР ему нечаянно, подними его. Искра. 40 секунд, 5 миллионов, блядь. Искру играем. Сейчас резко, милики. Пук дракона вынес. Сейчас вот эту искру разбиваем и до конца на все бабки в босса, блядь. Милики, искру сюда. Искру, 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 быстро разбили. И по боссу до конца бейте, 5%, блядь, 10 секунд не успеваем, нахуй, блядь. 2 ляма. Попробуй потаунтить, какой молодец, сейчас когда этот... 1,5 миллиона, миллион. Прожми, столовка. Потаунти, потаунти, попробуем закидать. Уходи, уходи, убегай сразу на тапках, блядь. На мне бомба, блядь. Какой-нибудь паладин бабл прожми и сакри его. Бабл, сакру, таунт, хуяунт, шо-нибудь, блядь. Да, все. Все. 3 стака, блядь. Ну чуть-чуть. Ладно, сейчас убьем, хуйня это все. Мы, наверное, сейчас этот фин сделаем, блядь, так. РДДшники будут бить весь бой нахуй босса, блядь. А милики будем свечиться в искру. Мы, по крайней мере, можем кливать нахуй. Ну да, и... шп при свече жопа вообще. Можем кливать и босса, и бить искру. Так, ну, это... Я помню, на уфе, когда играли, так делали, блядь. Когда ДПСа не хватало. Да, ДПСа чуть-чуть не хватает у нас. Чуть-чуть буквально, блядь. Ну, они ж ты видишь, как сделали? Раньше эти искры не выходили, мы его убивали, у нас еще 3 минуты до берсы осталось. 3-3 с половиной, блядь. Да сейчас да пока... Еще с таргетами конченными. Просто раньше нам тупо босса начинать бить. За сколько мы сейчас... свичнули, чтобы в босса. Да, 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 кстати, ждали вот эти вот секунды, да, нам там нужны. Чуть-чуть секунд подождем. Ладно, тогда сделаем так. Сейчас на 77, на 78 стопаем по боссу. И надо так, чтобы мы там секунд 10-15 подождали. Просто если мы будем без, блядь, КД будут стрелять, мы им не переведем сердце. Сейчас я био быстро сбегаю, блядь. Хуйня, сейчас убью.
Так, я тут. Что там по бафам? Все раздали уже. Так. Чек даю. Давай, на присутствие. На присутствие и готовность. Не на пул. Мига, что там? Кушать. Ну, любой же можно было нажимать. У кого есть огненный зев? Есть дать локу или с ГБ? Там в ГБ, по-моему, был зев. Есть зев в ГБ. Сколько тебе надо лок? Держи. И давай по делу сразу вопрос. А что такое огненный зев, да? Дай угадаю, блядь. На 2-3 минуты дается. Что значит на 2-3 минуты дается? Ну, да. 70 СПД, как не помню. На, почитай, что она дает. А, 80. Все были готовы, столовка, пуляй. Роги, еще, когда будем сердце бить, потрексуйте друг друга, чтобы ДПС, блядь, был нормальный. Столовку может, трекс... лучше в лока? Буду ну, можешь в лока, если ты с мелизоны достанешь до него, чтобы его затрексовать. Срез на тебе. Если ты достанешь до него с мелизоны, чтобы не бегать, вопросов нет. Вы тогда там скидываетесь ему на сальву потом. Сердце это не босс, а ему похую. Не, на боссе тоже буду потом меняться. Дэмагером отдавать. ДПС же не хватает. Ну надо так делать, а что делать? Играем с Ивовенька, блядь. С ДК никто так. Не сервер. 80%. 79%. 78. Стопайте по боссу, стопайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас дотикает дотами. Вынес. Ждите откат тринкетов. 100к сейчас дотикает. Вынес, Егор. Подходим в мелизону. Готовим Геру всю хуйню. Какой молодец, вынес. Переводим? Да, сейчас переведется. Вынес, 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 быстрей! Давай, блядь, вы же переводись, сука. Вынес, Вася. Поехали. Так, Сандер настакал. Хуярим на все бабки, блядь. Забери моба. Четко, его перевели. Все, играем по боссу. Пока Гера висит, босса хуярьте на все бабки, блядь. Мы убили сердце, у нас еще 10 секунд Геры. Надо в босса, блядь, влить по максимуму. Сандер стакать, блядь. Слушайте, я когда по клавиатуре клацаю, слышно, блядь, что у меня клацает или нет? Не очень. Да. Не особо. Да пиздец, у меня уже уши вылетели. Да не пизди, блядь, нахуй, никому не мешает, одному тебе. Искра. Милики, все в искру, РДД босса бьют до талого. Бьем искру, кливаем босса, блядь. Асмодей, хил, алё, блядь. Выйди с искрой. Кто с искрой стоит? Рога Тога, проснись, блядь. Гимн на ХП. Понятно, блядь. Спасибо, нахуй. Это ГП, дружок. Я хуею, блядь, а? Рога Тога, блядь. Заходите, да. Все в лужу, умирайте.
тупанул немножко, не надо уже, наверное, было тебе возвращаться обратно, вынести вправо. Искры выносите, куда вам удобнее, либо налево, либо направо, это похуй же. РДД, блядь, точно так же, либо налево, либо направо, блядь. Милики, играем все, блядь, по искрам, блядь, по КД, блядь. РДДшники, можете бить босса до конца. Ты какого из локов трексуешь? Я линковала Авесом. Все хорошо. Авесом, тогда следи за Агрой, что там раскол тыкнешь. Она тебя будет трексовать весь бой. Поздно, ты Авесом. Что там? Джинёк, ну мы первый раз пришли сюда, что вот такие вот искры ебанутые, ты видишь? Они на это сделали только на этом КД. Мы в прошлый раз четверг его убили, оно еще работало по-старому, блядь. Это типа нормально, да, работает? Нет, оно должно быть не так. Оно должно быть как? Кидается белое, мы ее убиваем, проходит 10 секунд, кидается черное, выносится. 10 секунд нихуя нет, опять кидается белое. Типа должно быть чередование. То есть искра, грубо говоря, убивается там 4-5 секунд. И 15 секунд работает по боссу. Потом выносится черное, бьете, соответственно, дальше, блядь. Выносит опять белое, и так, типа, должно быть по очереди. А здесь ты видишь, оно белое, 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 потом черное, 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 блядь. Это какая-то хуйня непонятная, рандомная, блядь. Должно быть чередование, и искры должны выходить по очереди белое, черное, каждые 10 секунд. Ну, грубо говоря, за минуту должно быть 3 искры. У нас тут, блядь, за минуту 6. У него хп, блядь, нахуй почти в два раза больше, чем должно быть. У него в обычке, чтобы вы понимали, должно быть, блядь, в изи моде 5 лямов хп, в хард моде 7,5. А здесь у него в обычке 7,5, в гере 9 с хуем. Я понимаю, конечно, они нам дали 4 профы, мы сильные, блядь, но не настолько ж нахуй. А они когда завышают хп, они таймер фитерсы тоже завышают? Нет. Статически. Нет, тут все то же самое. Дайте, пожалуйста, кулак по вару, нету кулака. Слава, что там у тебя? Возьмите камушек все. Когда вы носите метку черную, видите, что, блядь, просели или у вас там сейва нету, блядь. Камушек подхавали и все. Все были готовы, столовка пуляй. Смотрите внимательно за метками. Ну, блядь, у всех же есть ДБМ, все пишется, блядь. Тут если вы заебулились, рейд не успеет полностью сориентироваться и отбежать от вас сами. Мораль. Артстайл. Похую, выносите либо налево, либо направо. Но главное, блядь, не в рейде не стойте. И тем более на первой фазе рога. Кош, тыкни нахуй просто и все, блядь. Можно никуда не носить. Рога вынес. Отойди дальше, она подальше, когда лопнет, подальше. Бьет. Подальше, там метров 10 надо нахуй стоять. Так, 81, 80. Стопайте, стопайте, стопайте. Хильте приста. Артстайл вынес. Так, 400к. Я все равно, блядь, от меня ДПС немного. Войд вынес, прохильте рейд, сейчас будем переводить. Только Ладомир вынес. Так, подходите все в мелизону, готовьте припоты, всю хуйню, сейчас сердце упадет. Гера. Так, 5 сандеров есть. Дамажим, дамажим.
Вот, сейчас четко вообще нахуй. Мобов залили, быстро, 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 они сейчас дойдут. Отойдите левей. Все, играем по боссу. Пук дракона вышел. Сейчас искра будет, милики в искру. РДД, бейте босса до талого. Если там не будем по искрам и возить, как, кого-то сейчас пару человек РДДшников поменяем. Мишаня, вынес. Дальше, дальше. Блять, Миша. Вася, поднимай его, смещай босса левей. Искра выходит, искру играем. Забафали Ладомира, играйте все искру, помогите разбить быстрее, время потеряли дохуя. Столовка уехала, как сдох. Разъебал босс. Других хилых хуй забить. Ну, зайдите в лужи все. Покажите мне его смерть. Короче, мы сейчас даем еще один трай. Если такая же будет хуйня, убиваем Вызи, блядь, и идем дальше. Я ебал в рот, нахуй. Ну, типа... от этой хуйни начинает уже тошнить, блядь. Там, знаете, там надо было просто, ну, или быстреной как-то поассистить, или хуй знает. Щита земли прока не вижу. Суф восстановление, это же залупа какая-то. Ладомир падал, на танка хуй забили. Пиздец. Да, может, да, может, подождем зону. Сейчас еще полтравим, если не получится, то завтра пойдем. Ну, тоже, блядь, верно. Есть ветер подъедет. И на 10% есть какой-то вот равно, блядь. Урона меньше. Если они ХП сделают урон. Ну, тут не проблема в уроне. Ты видишь, ну, это первый раз сдох столовка тут на этом боссе, блядь. Что вы не хили? Потому что умер Миша, блядь. Ну, да. Ну, сам факт, что Миша не отъехал, а Дима думает, что прожиматься не стоит, блядь, и так прохили, да? Ну вот скажи сейчас, ты сейчас прожимался, ты отдал кровь, ебать, чтобы тебя прохилили или нет? Нет. Ну вот. Надо, мне кажется, стимулировать ГП, да, блядь, чтобы начали все нажимать свои кнопки, или я как? Я думаю, что и хуй бы меня с кровью бы просили, потому что по мне вообще хила нету, нахуй, на мне ни ходки, да, ни хуя. Да, там как бы хила не было, блядь. А что остальные, затремали? Тебя, оказывается, шоу мы не успели. Ну, они думали, наверное, охуенный трай, давай. Ты же понимаешь, Димон, что если ты даешь кровь, а даешь захват, это, ну, неплохо, блядь, тебя поднимает. Ну, захват, смотри, ну, идет прогаз, да. Получается, вот этот разрыв, то, что по всем херачит, как бы, и мы просто хилим весь рейд, привыкли, что паладин хилит. И, то есть, ну, увидели, что ты резко начал проседать. У тебя каз пошел, но ты сдох, не прожавшись ничего. Печально. Мы сейчас можем дать Валере зеленый, он злой, блядь, он сейчас ГП всем нахуячит, блядь. Да, Валер? Да-да. О. Это я добрый, блядь, тут всех отмазываю, блядь. А если Валере дать зеленый, вы охуеете кашлять, я вам обещаю. Пуляй, все были готовы. Столовка, алло, прием, алло, блядь, алло, блядь. Женьку кулак дайте. Кулак по АДК дайте. Кто бафает кулаки? Эфарина. Блядь, Валера, походу на тебе первый раз кинулась какая-то метка, да, блядь? Второй. Я просто не видел тебя вообще. Егор. Рога. Какой молодец. Так. 80%, 79%. Стоп, 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 стоп. Руки убрали.
Ждите откат. У всех откатилось, нет? Нет. Прохиливаем это дерьмо. Рога. Так, я Сандер обновил. Давайте шепы переводим. Остальные пока ждите. Сейчас сердце падает. Войд вышел. Сейчас сердце падает и сразу, блядь, Гера, все дела, как умеем. Поехали, Гера. Ебаные хламоботы. Какого хуя они идут? Вообще мобы не должны, блядь, выходить в это время, блядь. Настроили, блядь, божественно сервер, нахуй. Я еще просят, блядь, с Дениса, нахуй, 10к за разбан, пидорас ты, блядь. По боссу играем, кливаем, нахуй, мобов. Рога. Далеко не уходи, ты далеко отошел, чуть ближе. Сейчас выходит искра, милики все по искре. Одна секунда. Поехали. Вайда, хил. Даша, не проебывай людей, которые выносят метки, пожалуйста. Это твоя основная задача, засчитывать того, кто выносит метку. Искру, поехали. Какой молодец, тоже свичься по искре, потому что тяжело, блядь. Дима, ты не можешь метку выносить налево, либо направо, блядь? Эфорина вышла, искра. Поехали в искру. Все милики, какой молодец, играют искру. Егор, забабли там или хуй знает. Вот ты далеко ушел, понимаешь, нет? Ну, прима. Сука. В суф поднимай нечаянно. Нечаянно поднимай какого молодца. Пук дракона поднимай Егора Телдрина. Агонист, там тучка, все красиво. Пук дракона подними Телдрина. Искра сейчас будет. В искру. Поднимите Егора или нет? Вася, а у тебя КД, я понял. Все. Вопросов нет, сорян. Толовка, на тебе искра. А, Женек! Фу, сука, блядь. Искру. Резко искру. Вася, как откатится, подымешь Егора. Мораль хилим. Артстайл отъехал, блядь. Что-то не пошло, пацаны, с хилом, блядь. Срез. Что же, кто-то в сухой помане или что? Половина, блядь. Срез, у тебя встать нету, да? Да я сейчас нажму, просто у меня вот это. Я не знаю, просто 4. Ну, типа, и ладно. Ну вот это какая-то хуйня нездоровая вообще с искрами, это пиздец, блядь. Искра. Не просто выходят нахуй по КД, это пиздец какой. Столовка на тебе, лево-право выйди. Ладно. Заходите вы, наверное, в лужу, блядь. Смысла в этом нету, блядь. Ждем нерфа тогда, блядь. Ждем магазин. Можно тогда пойти ОКС закрыть. Да, в принципе.
Есть желающие у КВС? Я бы еще СС. Давайте так, сейчас треснитесь все. Сейчас зайдите в инст, треснитесь. Я весь бой без доспеха пил. Сделай голосовалку. Да, сейчас, да? Сейчас. Да, нет, нет. Кто пойдет в ОКВС, нажмите нет. Что, блядь? Кто пойдет, нет? Кто пойдет, нажмите нет, блядь. Трилок они хотят идти, агонист не хочет идти, да? Ну, они хотят просто. Я хочу, я просто нажал не туда. Ладно, давайте так, я сейчас дам ЕП за троих боссов, которых мы убили. Ливайте тех, и после того, как дам ЕП, ливнете массовое начисление, да. Мы убили трех боссов по 150-450, начислить ЕП. Ну, и десятку за то, что пришли. Да, 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 кстати, это проебал момент. Не ливайте, не ливайте, Никита, блядь. Вой, дай ему пать обратно, или он уже спать пошел. Ладно, я ему вручную напишу, хуй с ним. Так, сейчас полтосик еще. Массовое начисление льда. Так, лужи, нахуй такие лужи громадные опять сделали? Я не знаю, это чистая пидоросня. Не маленькие они, что ли, или что? Они раньше по размеру были вдвое меньше фрейм. Ну, вот конечно. У него раньше был фрейм, блядь, я не знаю, как с чем сравнить. Ну, грубо говоря, как вот у паладина лужа, блядь. Сейчас это хуйня, как у ДКшника лужа, блядь. Ну, у ДКшника и то нахуй меньше. Нет, у ДКшника. А, ну как, ну да. Ну, она вот такая, как у ДКшника лужа, да, такая да, по размеру. Чуть побольше, а раньше, да. А раньше она была, блядь, ну, размером, я же говорю, как у паладина лужа, ну, блядь. Ну, вот, как, вот, 9 плиток, вот такая она была. А сейчас как 12, нахуй. Типа, блядь, раньше на лестницу выводил, вообще похуй было, блядь. Одну да. Зону, нахуй. Ладно, полетели. Кто не хочет идти в ОСО, калива иди тогда. Мы сейчас доберем кого-нибудь из гильдии. Пойдем сейчас быстренько ОС плюс 2 ебанем и ебанем быстренько ОКО. На око уже первый, да? Васек, ты все? Да, да, это время уже почти 12, 11, я сейчас это... Тебе еще стримить твою суперигру? А я не буду. А-а-а, ты давай не пизди, блядь, не буду. Не-не-не, я завтра это... Завтра же будет, да, допронос или что? Ну, конечно, я на завтра уже события создал. Создал события на завтра, подписывайтесь там все. Я надеюсь, завоз по шмоту будет, и мы, блядь, добьем нахуй все красиво. Ну, так. Завтра подойду, да. Ну, давайте. О! Возвращение блудного сына, блядь. За любой движ. Рест, твой любимчик с тобой в пати. Да пошел он в жопу. Придурок. Шо-шо? Придурок, говорю. Блядь, Срис, нахуй я так жестко? Ладно, полудурок. Я в оке, если чё. Надо локом найти какой-нибудь самолёт. Блядь, это сильно было, нахуй. А ранул вообще крепко. А у тебя шмотки на Элема? Куда первыми? ОС. ОС сейчас первый, а потом ОКО или нет? Да, ОС, потом ОКО. Я в ОКО пришел. То есть не ОКО, а потом ОС? Кого-то въебать или что, я хуй поймал? Резкость навести, блядь. Да, идем. Армяна вообще пойдем? Да, давайте, кто-то один в ОКО, блядь, нахуй ебашьте там, и потом подняться на ЛО, нахуй, блядь. Ну, нормально. Мне нравится. Чё, я в ДД иду, не? Ты хочешь сказать, что Войд сам, блядь, затанет?